Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на виробництві зламостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Сьогодні у нас буде розмова про смарт-двері, смарт-замок. Хотів вам представити Ігор. Це компанія «Локсміт», компанія з Києва, яка займається дверима, замками. Ну що, Ігор, поговорим, виходить, наверное, начнем з смарт-замка. Вообще, что? Ну, да. Да, начнем со смарт-замка, начнем относительно вообще необходимости смарт-замка, что это такое. То есть, по сути, мы имеем дверь как общую монолитную конструкцию, которая может быть оснащена и механическим замком, качественным, с высокой защитой, и также может быть оснащена замком смарт, электронным умным, который позволяет некоторые рутинные процессы в жизни, такие как ношение ключей с собой, каких-то идентификаторов, свести к минимуму. Да, то есть, почему? Потому что смарт-замок — это, по сути, в нашей ситуации умная единица двери, которая может работать в системе умного дома и стопроцентно обеспечит вам доступ бесключевой. То есть вы сможете попасть в свою квартиру при помощи отпечатка пальца, при помощи кода, при помощи приложения с мобильного телефона. Все это является определенное удобство. Уровень удобства максимальный. Да, уровень удобства максимальный. То есть ты не должен с собой носить ключи, ты не переживаешь, где ты их оставил, взял ли ты их с собой. Ты просто ушел, захлопнул дверь. В нашей ситуации дверь захлопнется автоматически, она оснащена доводчиком. То есть и ты можешь считать, что твоя дверь закрыта, и без тебя туда никто не зайдет. Еще один неотъемлемый плюс смарт-замка, то что при помощи сети интернет ты всегда можешь удаленно открыть дверь какому-то визитору, который к тебе пришел выполнить какие-то работы. Да? То есть это может быть доставщик воды, это может быть доставщик продуктов, это может быть горничная. То есть ты, находясь где-то, я не знаю, там за границей, где-то в Украине, всегда можешь зайти удаленно, либо предоставить ей доступ по коду, скажем, одноразовый, многоразовый, да, либо просто удаленно ей один раз открыть двери, то есть как бы и благодаря какой-то сопутствующей электронике умного дома, там как датчик открытия двери, вот, ты всегда можешь понять, дверь закрылась, либо не закрылась. Да. По сути, здесь, на данной двери, мы имеем замок Акара от компании Xiaomi, это известный мировой бренд, который сейчас в мире поставляет очень много разнообразной электроники. Да, все дело. Да, да. Ну, вплоть, довольно качественно. Да, очень качественно, вплоть до ручек, там, электропомп для воды, для бутли. Качественно вещи очень делают, хорошие. Да. Я так понимаю, ну, насколько я понимаю, у людей сложилось впечатление, но оно на самом деле так и есть, мы об этом поговорим, что, естественно, как бы механическое, оно надежное, оно там как бы... все там намертво образно закрыло, чем больше ключ, тем оно как бы больше секретность у людей, это понятно, как бы, ну, это отчасти неправильно, отчасти правда, но уровня удобства получить на механическом замке никак нельзя, то есть такого уровня удобства нет. Если дома, как ты правильно говоришь, стоит, то есть какой-то система умный дом, там камеры, то есть этот, и вся, вот этот замок, он полностью дополняет эту систему. То есть можно удаленно управлять замком, удаленно контролировать положение двери, закрытый замок, открытый. То есть это уровень удобства, уровень спокойствия. То есть это безусловно, на механических замках такого добиться нельзя. Поэтому, ну вот в данном случае это наш совместный проект с компанией Locksmith. И мы, получается, здесь была задача поставлена сделать дверь максимально защищенная от силового взлома и при этом, чтобы она была удобной. Поэтому выбрали конструкцию 4 класса защиты, это Monolith стандарт, оставили один механический замок, в котором топовый цилиндр, который защищен от сверления, у которого дополнительные точки запирания вверх-вниз, он защищен там 12 мм металла, каленого обычного, бронекладка утоплена, все это как бы есть, это верхний замок, который, допустим, там, уходя из дома, там, уезжая из дома, безусловно, его закрыть, и полностью дверь будет работать на 100% потенциала. При этом, когда это не, ну, не такой острой необходимости, как правильно люди говорят, у нас консьерж, у нас охрана, у нас там все, в благополучных, скажем так, домах, то есть то такой вот именно электронный вариант замка, смарт-замка, то это, безусловно, огромный плюс. Ну, я считаю, это огромный плюс. Что ты можешь сказать вообще по этому замку? Как он удобно он интегрируется, как это с приложением или как, ну, вообще... Ну, смотри, да. Ваня, вообще,
То есть, по большому счету, компания Xiaomi в части бренда Vaccaro и непосредственно Xiaomi разработала систему умного дома. То есть это некие, скажем, девайсы, которые работают абсолютно на беспроводе при помощи подключения либо в хаб отдельно, либо в хаб-девайс. То есть, ну, хаб — это концентратор, который дает возможность всем этим железкам объединиться в единую систему. Да? Вот. В первую очередь ты этот замок можешь интегрировать в эту систему для того, чтобы настраивать какие-то рутинные задачи, да, к примеру, то есть, как бы, открывая дверь, у тебя может загораться свет в прихожей и тому подобное. Да. Умная розетка, там какие-то элементы. То есть, как бы, чуть ли там не зашел, и тебе уже кофе включилась, кофемашина, умная розетка, к примеру, да. Или, что-то или вроде, же то машина. Есть, те же самые сценарии работы с робот-пылесосом, с определенными другими устройствами, то есть, можно для системы, к примеру, контроля за объектом, можно снимать информацию замка, когда дверь открылась, когда дверь закрылась, то есть для того, чтобы это тебе давало стопроцентную безопасность. Вот. С точки зрения возможности доступа к этому замку, да, то есть мы имеем их несколько. Да? То есть мы имеем удобную биометрию, которая вмонтирована в ручку. То есть это нам дает возможность взяться за ручку, приложить палец и тут же дверь открыть. Это верх удобства. Да, это верх удобства, это очень удобно. То есть если же ты не хочешь пользоваться биометрией, то есть неудобно, да, то есть либо, может быть, по роду своей деятельности пальцы подвергаются какому-то воздействию, то есть ты всегда можешь дверь открыть при помощи кодовой клавиатуры. То есть, как бы, да. При том, что плюс этого кода в том, что он сконструирован таким образом, что ты не можешь его подсмотреть. К примеру, если у тебя будет код 1, 2, 3, 4, да, ты можешь на кодовой панели набрать определенное количество цифр. Главное, чтобы твой код находился внутри этих цифр. Я понял. И замок воспримет его, откроет. Чтобы кто-то на камеру там не снял. На камеру, чтобы никто сбоку не подошел, не подсмотрел. Да. Здесь же мы видим на интерфейсе вот такой вот звоночек. То есть это вещь, которая... Да, это я сразу увидел. Она, скажем... Мелочь, но приятная. Да, мелочь, но приятная. То есть как бы и в случае объединения этой системы с хабом, да, то есть ты будешь на мобильный телефон, как бы, на смартфон. Если еще какая-то умная камера будет, то она 100% будет показывать сразу. Ты будешь получать идентификатор. Относительно того, сели батарейки, долго не были дома и тому подобное. Бояться не стоит. Почему? Потому что замок имеет устройство аварийного открывания, да, то есть как бы это механический ключ, работа которого контролируется системой, да. Тоже то будет положение открыто-закрыто и уже будет... То есть положение открыто-закрыто, если, к примеру, да, то есть как бы ты туда вставил ключ и открыл с ключа, то замок это запомнит, и в любом случае, если он был не в сети, он тут же при выходе в сеть как бы скажет тебе, что как бы двери были открыты ключом. Ну, это по сути, да, то есть как умное бы просто аварийное открывание, да. Ну и на случай, если у тебя сели батарейки, ты имеешь пауэрбанк, снизу замка есть слот. Я понял, Микро-USB, через который ты можешь всегда подсоединиться и в любой момент как бы замок открыть. Вот. Помимо этого, замок можно открывать при помощи NFC-карточек. Но фишка в чем, что это не обычные NFC-карточки, к примеру, как вот на подъездных домофонах, там еще где-то, где их можно пойти и клонировать. Нет. Компания Xiaomi Vaccaro, как бы, она пошла дальше и использовала специфический чип, который закодирован прямо на заводе. То есть они берут карточку, подготавливают ее, там, вписывают определенную как бы, константу, и только после этого ты ее можешь записывать в замок. То есть, как бы, если ты, к примеру, если ты, к примеру, поставил замок куда-то там, допустим, на офисную дверь, либо передал людям, либо боишься, что они могут эту карточку скопировать, то здесь это исключено. То есть эти карты сугубо уникальные, скопировать их нельзя, там сделать энное количество. То есть как ты их прописал через замок, так они и есть. Со внутренней стороны двери на замке находится батарейный блок за вот этой крышечкой. Для закрывания двери достаточно поднять ручку вверх. Для того, чтобы открыть дверь, ручка оснащена защитой от маленьких детей. То есть чтобы ребенок не вышел на лестничную клетку, обязательно нужно зажать кнопочку. Также на внутренней стороне находится тумблер электронной приватности, который позволяет ультимативно закрыть дверь изнутри. Учитывая, что это тяжелая, качественная монолитная конструкция, мы эту дверь оснастили качественным врезным доводчиком. То есть он дает возможность плавно закрываться двери, аккуратно ее открывать и правильно работать нашему смарт-замку. Да, я согласен, что на электронных замках обязательным условием должен быть доводчик, потому что весь потенциал электрозамка он открывается именно при условии, что в двери есть доводчик. В таком случае, во-первых, корректна нагрузка на собачку, то есть на защелку. Да, ее не бьет. Потому что если так, допустим, психануть, хлопнуть дверью, то не каждый электрозамок выдержит.
А доводчик не позволяет неправильно пользоваться именно закрыванием двери, поэтому доводчик обязательно должен быть. Мы, в свою очередь, сделали конструкцию 4 класса, то есть она не лишена всех тех усилений, которые идут в наших дверях. Это полностью замковая зона, замки обтянуты 6 мм обычного металла, на верхнем замке идет полностью 6-мм каленая пластина, броненакладка с юбкой. Все-все то, что должно быть во взломостойкой двери, включая сетку из ребер жесткости, нашу фирменную, два вертикальных, 7 горизонтально, систему противосъемов, антисрезов с петлевой стороны, наши фирменные качественные петли. Ну и в целом все работает гармонично, то есть все идеально работает с этим замком, что продемонстрируем, как она закроется. Да, да, давай. То есть все как бы идеально, то есть все закрывается. Снаружи о чем можно поговорить? То есть если мы захлопнули дверь просто, да, то есть как бы де-факто мы ее закрыли, да, то есть как бы. Если мы куда-то уходим, к примеру, хотим ее закрыть полностью, вот видите, замочек, он сигнализирует, что дверь закрыта не до конца. Мы просто поднимаем ручку вверх, замок выпускает основные ригеля, которые нельзя затолкать там какой-то проволокой, просверлившись и тому подобное, они там мертво стоят. И мы имеем как бы полностью закрытую дверь как бы на защелку, как бы на основные ригеля, да, то есть как бы. Ну и плюс этот замок имеет как бы функцию электронной приватности, там есть изнутри специальная защелка, то есть как бы если мы зашли вовнутрь и закрылись этой защелкой, да, то тоже ничем не откроешь, дверь как бы откроют только мастер пользователя, да, то есть как бы есть понятие мастер пользователя, есть понятие обычный пользователь, у них как бы количество возможностей, да, с точки зрения доступа, уровень доступа он ограничен вот этой вот электронной приватностью. И, ну, насколько я понимаю, то вот, ну, как вот Xiaomi это правильно сказал, это они делают устройства, ну, вот, высокого уровня, но при этом, то есть, стоимость их немножко все равно, то есть, доступнее, чем, допустим, я просто хотел в целом поговорить о электронных замках и вообще, какие могут быть варианты. То есть, ну, вот, что можно было бы, то есть, как, ну, начиная с колхозных вариантов, образно, там, какой-то электроригель поставили, там, ты ведь какое-то там убогое приложение заходишь, или там какой-то магнит прикладываешь. Ну, вот как вот я хотел, может, попробуем, типа, развить ветку вообще, то есть откуда начинается. Ну, вот этот замок, его можно как бы отнести, ну, к самой высшей уже, скажем так, степени. Ну, да, то да, есть это, скажем, удобства, там, вариантов такая, его использования. Почти там, премиальная вещь. Всего-всего, то есть, ну, но перед этим идет несколько ступеней, то есть, ну, которые тоже могут часть заменять эти функции, но в чем-то будет, ну, однозначно проигрывать, и это уже как бы максимум. То есть, вот, допустим, начиная там с какой-то электрозадвижки, к примеру, да, электрозадвижка, она там ставится, ну, такие маленькие офисные, понял, за что я говорю? То есть на него тоже ставится какой-то контроллер, какой-то там карточки, которые, как ты сказал, в этом случае они их можно скопировать, там, дойти. Ну, это такое, как бы, недоразвитое, как бы, ну, решение, то есть по сравнению с этим. И опять же, то есть и автономность, то есть они не имеют автономности, это полностью автономный, тем, что допустим, питание какое-то, пропало электричество, и все, человек уже не попадет. При этом у него нет, ни, и речи быть не может за какие-то отпечатки пальцев, там, то есть и всего остального. Там. В моем понимании, самый верх, как бы удобство, это подошел к двери, приложил как бы руку, потянул за ручку, открыл. То есть вот такого, как добиться на электрозамках до определенного ценового уровня, ну нереально, то есть, ну... Это все равно ты достаешь какой-то ключ, где-то что-то прикладываешь, потом нажимаешь ручку, то есть, ну, поэтому все равно уровень удобства вот этот максимум, когда отпечаток пальца, безусловно. И теперь, допустим, какие альтернативы таким решениям? Ну, есть такие альтернативы, в принципе, у нескольких производителей, самых лучших там производителей, как у Обло, к примеру, там у Исео, там у Чизе. Можно собрать такую систему. Можно собрать систему, но она собирается по отдельности. То есть, ну, отдельно полотно замка, потом ты докупаешь модуль там какого-то Bluetooth, потом ты там, либо докупаешь биометрию, то есть, которая биометрия там евро 300 будет стоить, наверное, только, ну, вот биометрия, грубо говоря. То есть, и цена на такие решения, ну, там, чуть ли не в себестоимости 1500 евро. Ну, вот реально, то есть, и, допустим, за сколько это продавать? Ну, то есть, продавать его там за 2-3 тысячи евро, то, ну, там топовая дверь будет стоить такие деньги, как один, допустим, замок. Вот этот замок, то он как бы как раз вот, он именно в зоне доступности для людей, насколько я понимаю. Да, то есть, да, он, он находится в зоне доступности, которая, что не надо там 3000 евро отдавать, а, ну, то есть получить надежное решение
со всем набором функций совсем возможен. Тут как бы ну, ни в чем не урезано. Я вообще не вижу здесь, в чем-то он урезан. Поэтому хороший вариант как для двери в квартиру, как для двери в офис. То есть для двери в квартиру, либо офис, если он оборудован дополнительно механическим замком, то есть если его там закрывать, когда на отъезды длительные, это, то в принципе в целом дверь ну, высокий уровень защиты имеет. Поэтому да. Хорошо, да, тогда предлагаю, можно его сейчас дверь открыть и изнутри, то есть какие нюансы, может, изнутри поговорим. Ну, я хотел бы добавить, потому что ты сказал вот, по поводу ценообразования замков, да, всех вот этих вот систем. То есть сюда, ну, по большому счету, нагородить можно всего, что хочешь. Настроить можно все, что угодно, да. Ну, то есть этот замок, он максимально предназначен для установки из коробки, да. Ну, да, то есть когда ты делаешь новую дверь, у тебя все правильно, у тебя есть подготовка, ты все делаешь красиво, аккуратно, да, то есть как бы новый замок качественный, который в себе собрал абсолютно все функции, да, все функции как бы смарт-технологии, как бы он, естественно, как бы сюда подойдет максимально и будет работать. Относительно формирования цены этих замков, ну, она, опять же, она относительна. Но почему? Потому что, если мы, допустим, возьмем заводы в Китае, да, да. они могут делать, к примеру, что-то замок похоже. Xiaomi Akara оригинальный, да? Да, да, могут взять оболочку точно такую понятно. Же и поставить туда ридер хуже, да, ну, поставить сюда, как бы там пластик очень плохой, убрать здесь, допустим, металл, да, и сделать, опять все же, пластик сделать. Какой-то плохой сплав, который будет крохкий, да, который будет отбиваться, да, то есть как бы убрать там какие-то шестеренки металлические, убрать какой-то привод металлический, сунуть пластиковый, да, то есть точно так же обрезать какие-то функции, к примеру, если здесь ты в замке имеешь доступ по Bluetooth, да, то, к примеру, могут на рынке в Китае быть замки очень похожие по функционалу, но без Bluetooth, да, как бы. И опять же, то есть, заходя куда-то на ресурсы, там, тот же самый AliExpress, да, то есть ты смотришь... Не поймешь. Да, вот вроде бы как бы там дешевле, да, заказала, но приехала из коробки, и вот вроде бы что-то не то. Вот пару раз мы даже сталкивались, что есть чисто для вот как бы рынка Китая, то есть как бы замки Акара, которые, скажем, ну, в нашем региональном просторе они просто ну, как-то не работают, то есть ты их не можешь настроить. Поэтому там они получаются дешевле. К примеру, человек, скажем, ну, не совсем понимая теорию как бы, практики работы с замками, да, то он все-таки должен доверяться, доверяться как бы, выбору и опыту профессионалов, да, то есть тому, чему мы советуем. Тем более в тандеме как бы, с хорошим механическим замком ты получаешь и полноценное удобство. Если же ты там боишься по каким-то критериям оставлять дверь закрытым на смарт-замок, ты всегда можешь закрыть на качественную механику, которая защита закрыта броней и спокойно уехать куда-то на долгое время, там, ну, не боясь, что кто-то придет и возле двери будет большой кувалдой стоять и это все дело разбивать на неработоспособности. Вот именно в связке с механическим я полностью уверен в этой двери, да, то есть если бы не было механического, то как для офисного варианта, безусловно, но для квартиры и вот этого менталитета людей, что вот нам придут и будут бить кувалдой, то безусловно, то есть для успокоения механика плюс такая как бы отработанная версия электронного этого смарт-замка, то полностью полноценное решение. Согласен. Уважаемые друзья, мы познакомили вас с нашим продуктом под названием «Смарт-дверь». Как вы смогли заметить, это качественная металлическая конструкция с идеальной дизайнерской отделкой и качественным, очень удобным смарт-замком. С такими даже функциями, как доводчик, который позволяет всему этому корректно работать, в целом образует, можно сказать, идеальную дверь, которая может быть изготовлена под ваш размер, под ваш дизайн, с учетом всех ваших пожеланий. Ну, в общем, уважаемые друзья, если вы хотите получить такую же качественную конструкцию, такую же качественную, удобную смарт-дверь, вы всегда можете обратиться к нам, и мы изготовим ее совместно с компанией Monolith под любой проем, под любой дизайн, и выслушаем все ваши самые мельчайшие замечания.